наподобие дворового футбола, только это связано с автоспортом. Потому что в настоящий автоспорт тяжело попасть, это и дорого. И в нашем районе, как правило, он не практикуется. Очень редко только зимние гонки и так далее. А здесь любой желающий может построить машину согласно регламенту, который у нас разработан в группе ВКонтакте. Приезжает, заявляется, проходит техкомиссию обязательно. То есть люди компетентные смотрят, насколько грамотно сделана машина, безопасно самое главное. Проходит медосмотр перед гонкой. И мы для всех открыты, пожалуйста, приезжайте. В основном это автосервисы. У нас даже была идея провести кубок автосервисов города Череповца по данному, значит, по данному мероприятию. Люди подхватили, люди машины строят, то есть интерес есть у участников. У нас сейчас в городе порядка 25 машин построено. Ну, единственное, что не все выезжают на гонки, может, потому что мы их часто проводим, а может, потому что это для многих не главное, то есть у кого-то ведь есть и другие дела в жизни, там, семья, работа и так далее. Вот, а так, значит, регулярность проведения раз в 2-3 месяца мы проводим. Вот, призы, значит, призовой фонд, спонсоры помогают, сами что-то там пытаемся. Ну, в принципе, где-то за первое место получается порядка 10 тысяч рублей, ну и по уменьшению уже второе-третье место. Основная цель проведения, да, наверное, все-таки развитие автоспорта. То есть у нас в городе есть и чемпионы по автомобильному спорту. Есть и мотогонщиков очень много, то есть, которые выступают на всероссийском уровне. Ну, честно, надоело нам смотреть на них с обочины. Нам тоже этого хочется. И поэтому вот на таком уровне мы это сейчас развиваем в городе. Может быть, отсюда кто-то стартанет куда-то, может, в Кубок России по другим каким-то видам автоспорта, еще что-то. То есть, если его здесь, как говорится, заберет, если ему понравится, то есть это как первая ступень.